Ну, я тут под водой уже устроился, в общем, неплохо. Видишь, как мне посоветовали, я сделал дверь. В результате здесь воздух, я тут дышу, тут проделал я еще одно продолжение кабинки, поставил свет, значит, я тут вообще королем сижу. Значит, нашел я еще один сундук. Смотри, в трюме корабля. На всякий случай еще раз побулился. Так, ставим. Что это? В бумагах. Просто-напросто. Это что? Карта клада. Так, карта клада. Это хорошо. Да, мне про нее сказали, что она должна быть. Вот я ее нашел. Ну, давай, залезай уже. Сюда залезть проблемы. Сейчас пока, значит, я не обследую весь этот трюм, я не успокоюсь. Подожди. Вот здесь это еще прорубим. А, это у нас типа тут плита получается просто. А вот это что? Так, вот это срубим. Руби, руби, руби. Так, риск, 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 риск. Конечно, дело благородное, но у меня карта клада, и все это тут сейчас пропадет. Все, надо немножко лбом наклониться, тогда он проходит. Так, в принципе, можно уже, конечно, всплывать. Тут по центру что-то еще. Сейчас мы выясним. Что там еще может быть по центру? Так. А тут что, я не могу пройти? Погодь. А, вот теперь могу. Хорошо. Возвращаемся. Да, немножечко надо как бы лбом наклониться, он спокойно проходит. Сейчас, сейчас. Конечно, небольшие разрушения причиняю кораблю, но в конце концов он же затонувший. Что ему уже будет? Вот эти плиточки сейчас тоже разобьем. А видишь, я их тоже, видимо, собираю. Да? Там песок у него внутри. Так, что там еще? Так, это мы потом лопатой тогда выгребем. Так. Еловые люки. А, это еловые люки. Так что, подожди, плита из темного дуба. Так, дубовая дверь, ладно, гранит. Уберем. Морковь. А, лопату я не взял. Вот это, блин, упущение. Что там вот надо будет вот этот разгребать песок. Так. Неплохо было бы, конечно, здесь свет провести тоже. Ну, в общем, возможно, что это уже все. А, подожди, тут люк, да, тут люк я нашел. Заходим. В смысле, тот сундук. А ну-ка, давай-ка вот здесь еще покурочим. Может, там что-то еще есть. А, видишь, что тут? Тут плита и вот этот кубик. Спокойно. Рискуем, да-да-да-да, я понимаю. Ну, воздух рядом. Да, хорошо, что здесь можно бесконечное количество раз дышать. Так, пошли еще разок. Посмотрим, что вот под этой плитой. И под этой. Так, там у нас какие-то камни. Что здесь камни делают, что-то я не пойму. Ну, видимо, все уже тут. Ничего интересного. Так, 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 осторожно. Ладно, в общем, видимо, все мы добыли. Ладно, давай, я думаю, что я прямо здесь сохранюсь. Прекрасный вариант тут родиться. И будем в следующий раз еще немножко поисследуем. И будет.